Махачкалинские «Динамовцы» в домашнем матче 19-го тура ФНЛ уступили астраханскому «Волгарю». В игре на Каспийском стадионе «Анжи-Арена» хозяева первыми открыли счет, отличился Джамал Дибиргаджиев. После перерыва гости дважды сумели забить наши ворота. Голы на счету Алексея Гавриловича и Валерия Царукяна. Итог матча 1-2 в пользу «Волгаря». Напомним, последнюю игру перед зимним перерывом дагестанская команда проведет в Ярославле против местного «Шинника» 27 ноября.